Недавно я разговаривал с одним человеком, специалистом по интернету. И я спросил, ну что там происходит? Потому что у меня нет особой возможности посмотреть что-то, за исключением новостей и наших собственных страниц. У меня никогда не выдается возможности просто посерфить в интернете или посмотреть что-то. Так что я спросил, что люди обычно ищут в интернете. И он ответил очень уверенно, «Садхгуру, 70% — это лишь порнография». 70% всего интернет-трафика — это порнография. Может, это и не совсем точная цифра, но в любом случае где-то в этом диапазоне. Я хочу сказать, что с нами произошло. Имея такой мощный канал передачи информации, с помощью которого мы можем общаться со всем миром, неужели мы не можем сказать что-то более ценное? Я не пытаюсь читать мораль, говорить «это плохо, это неправильно». Я просто хочу сказать, что впервые за всю историю человечества у нас есть возможность сказать что-то всему миру одновременно. Никогда раньше такое даже представить себе было невозможно. Я хочу, чтобы вы поняли, вы просто принимаете это за данное. Инстаграм, WhatsApp, Twitter, email. Не воспринимайте это как должное. Впервые за все время мы можем общаться с любым человеком из любой точки мира. Разве не важно использовать это для передачи им наивысших возможностей? Три самые крупные отрасли на планете на сегодняшний день. Первое — это оружие и военная промышленность. Второе — это алкоголь и табак. И третье — это фармацевтика. И этим все сказано о нас. Что мы за люди, не так ли? И в интернете — порнография. Мы, как поколение, не должны упустить такую возможность. Мы не должны допустить, чтобы нашим миром управляли эти сексуальные маньяки и торговцы детьми. Как можно позволять людям, которые торгуют детьми и заставляют их заниматься непристойными вещами, господствовать на планете? Скажите мне, мы позволяем им это делать? Мы не должны бороться с ними. Все думают, что мы должны с ними бороться. Нет. Мы должны превзойти их чем-то позитивным.